Это стихотворение написала наша сестра Вера Кушнир. Я его очень люблю. Оно называется «Я и есмь». Свою природу, вечно сокровенную, Христос в простую речь преобразил и вкладывал в слова обыкновенные, таких, как Он, никто не говорил. «Я есмь жизнь» — три слова всем знакомые, понятные, кому их не скажи. Но жизнь — загадка есть со сложными законами. Христос — отгадка ей. Он сам есть жизнь. «Я есмь свет». Мы знаем света функции, но кто на них посмеет притязать? Был Магомед, был Будда, и Конфуций был, но «я есть свет» мог только Бог сказать. «Я есмь путь». Каких путей запутанных не исходили мы, ища где суть, где смысл жизни вуалью тайн окутанный? Христос дает ответ, Он сам есть путь. Совершилось. Слово вроде обиходное. Мы многое свершаем на пути, но не всегда свершаем благородное. И никого не в силах мы спасти. Враг шепчет нам, подумаешь, спасение, умрешь, зароют, и конец мечтам. Христос сказал, я жизнь и воскресение. Куда иду, спасенный будет там. Я и Отец одно, а вы творение. Какие странные короткие слова. Их глубины бездонное значение вместить не может наша голова. Я есмь сущий. Это громко сказано. Не был, не буду, а вовеки есть. И только тот, кто хочет быть наказанным, дерзает отвергать благую весть. Свою природу, вечно сокровенную, Христос в простую речь преобразил и вкладывал в слова обыкновенные, таких, как Он, никто не говорил. Аминь.